вами я, Ксюша, и сегодня я буду делать открытку на день рождения моей тети. Давайте же приступим. На белый картон, сложенный пополам, приклеиваем красную бархатную бумагу. Поверх бумаги приклеиваем две ажурные тесьмы белого цвета, одну по вертикали, а другую по горизонтали. Теперь на горячий клей приклеиваем красную розу из сизаля. Как сделать такие красивые розы, смотрите на моем канале по ссылке, указанной в подсказке. Из сизаля зеленого цвета вырезаем листочки и приклеиваем на открытку. Тоненькую атласную тесемочку завязываем бантиком и добавляем к нашей композиции. Украшаем открытку самоклеющимися сердечками белого и красного цвета. Наша открытка готова. Внутри вы можете подписать поздравления. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Ксюша. До новых встреч. Всем пока.